Ближе перед началом хотелось бы тебе рассказать и показать группу Бисом продажа. Короче, чтобы ты понимал, там продают аккаунты и бонусом на них закинуты робоаксы. То есть, ты можешь купить там аккаунт за условно 500 рублей в Бисфарме, и у тебя будет прокачка, получается. И бонусом у тебя там будет робокс стоить, ты сможешь в каком-нибудь режиме их слить, либо же на свой аккаунт, знаешь как, просто создав какую-нибудь карту, создать там геймпас и тупо купить с того аккаунта. В общем, ты понял, да? Такая, так скажем, схема. Так что, если что, переходи, покупай аккаунт в Бисфарме, будешь прокачанным. Хотелось бы сказать, если что-то вдруг будет непонятно, то не стесняйся, пиши, конечно же, в Телеграм, тебе есть что все объяснят. Поэтому, благодарю внимание. Друзья, огромное привет, с экстренное включение. Я только что заснял вам один видосик на 7 минут интересный про Бисфарм, про днюху, про обнову, про коды. Это реально там все будет. Но тут сразу же, так сказать, настоящий подарок в Бисфарм. То есть, знаете, какой подарок дает? Вы сейчас узнаете. Все, давайте, ставьте лайк и приятного просмотра. Все поймете, узнаете. Давайте, лава. Ух, короче, сорян за такое начало, но самое главное, что подарок последний, 15-й, открыли, 14-й не будет, сразу говорю. И он, знаете, что дает? Вы готовы? 10 печенек, ну, этих джинджербредов. Дальше. Один гифт от Мификак. 5 мифических яиц. 5 фестив бинов. 1 тюрпентайн. 5 фестив плентеров. 10 супер смузи. Активирует Honey Day Event. И одну стар печеньку. То есть, помните видосики, я вам говорил, будет полагаемый подарок? Он почти совпал, только чуть лучше. Ну, или тюрпентайнов убрали. Ну, вообще, тюрпентайн не так нужен. И говорю, что стар 3 точно будет. Вот как бы, да. Все, ребята, официальный подарок, настоящий. Этот записывал Золтан Таско YouTube. Так что вот, как это он открывал. Так что все. Теперь вы знаете официальный подарочек от Bubblemana за его жесткий квест. Но его, надеюсь, уменьшат. У меня 13 дней. Не знаю, выполнили я вообще. У меня только вот готово вот это все. Мне просто не так охота выполнять. Плюс я еще буст сделал на 4-5 квест. Уже 5 надо будет делать. Там снег остался в 4-м. Ну, в общем, посмотрим, как жизнь пойдет. Может, сделал, может, нет. Как говорится, ничего страшного. Все, друзья, вы знаете теперь подарочек. Давайте я вам его покажу в браузере, чтобы вы точно увидели. Вот он. Такой вот интересный, да? И сразу говорю, кто любитель смотреть чужие вкладки, сейчас я вам эту вкладку покажу. Вот это вот тогда мне написали, что это у тебя это. Если что, вот это, зайдите, посмотрите, что это такое. Это нифига то, что вы подумали. Там просто был фильм. Вот и все. Заходите, пробейте, что это за сайт. Так что вот. Это были клоуняки. Вы думали, что я так быстро улетел? Потому что я ускорил видео в миллиард раз, а вы этого не заметили. Ладно. Все. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик. Вот заходите в мою телегу, в Дискорд. Мы там обновы делаем в Дискорде, так что вот так вот. Все, друзья, давайте. Всем счастливо. Мощного фарма. Пишите, выполнили вы квест Bubblemana. И как оно вообще идет. Увидимся, когда увидимся. Давайте. Пау.